Наташа, не уходи, Наташа. Мы увидимся еще вечером на празднике. Я хочу тебя видеть и теперь, и вечером. Пусти, Сережа. У дома ждут с озера, у меня и волосы сухие. Ничего, Наташа. Я приду к вам и скажу. Матвей Георгиевич, это я задержал вашу дочь. Нет, нет. Опять? Сережа. Ты придешь к нам только моим мужем. Почему, Наташа? Я не хочу, чтобы родные возненавидели тебя. За что? Ты же знаешь, Сережа. До вечера, Наташа! Не опаздывай! Бабочек. А ну покажи. Вон какие они у тебя. Молодец. Тебя как звать? Боря. А отчество? Отчество. Не знаешь, папу как звать? У других папа, папа, у меня дедушка. У тебя папа дедушка? А мама у тебя бабушка? Нет, мама мама. Мама отдельно, а тетя Наташа тоже отдельно. Постой, постой. Как твоя фамилия? Бабанов. Бабанов? Ах, так вот еще один какой Бабанов. Хочешь, подвезу? Хочу. Держись. Крепче. Так. Поехали! Алёныч. Вечно ты поясничаешь, Матвей. Когда уж ты будешь, наконец, старым? В такое утро, Клаша, я никогда не буду старым. Я забываю, сколько мне лет. В самом деле, сколько нам с тобой лет? Ты все врешь, Матвей. Последние годы ты все время притворяешься. Пойду-ка я лучше буди девочек. Потягушка, потянись, поскорей, скорее проснись. Наташка. Нина. Садись. Не находишь ли ты, что твоя сестра и моя самая маленькая дочка ужасно полюбила по утрам купаться? Уверяю тебя, папа, он очень хороший парень. Вот так всегда, а я ничего не знаю. Мне это совсем не нравится, Матвей.
И надо очень серьезно поговорить с Наташей. Уверяю тебя, он очень хороший парень. Кто? А разве ты не помнишь, как я тебе каждое утро посылал розы? Это было совсем другое время. И Нине тоже посылали розы. Ну вот и будем завтракать. Я, кажется, помешала. У вас тут опять семейный разговор. Вечно тебе что-то кажется. Нельзя же ей вот так. Ничего мне не кажется. Просто надоело. Понимаете, неловко получилось так. Здравствуйте, Нина Матвеевна. Здравствуйте. Я на минуточку насчет нашего вечера. Понимаете, подъезжаю, вижу, на веранде завтракают. Будь-то я опять прямо к завтраку, как вчера. Да, и лучше, думаю, прямо к вам. Вот так как-то получилось. Ну, заходите. Привет. Вы просто Ромео. О, действительно. Если бы я был Ромео. А вы будете сегодня на вечере? Наверное, приду. Хорошо. Что? Я говорю, хорошо. Нина Матвеевна, мне нужно с вами серьезно поговорить. Знаете, Игорь, идемте все-таки завтракать. Я же завтракал. Ничего. Там вы расскажете все, что будет сегодня на вечере. Браво, браво. Видели? Как ты в окна лазишь? Смотри, Игорь, Клавдия Степановна, я вам сейчас все объясню. Я приехал, чтобы пригласить вас на нашу прощальную вечеринку. Сегодня вечером. Ага, ну теперь понятно. А ко мне он зашел предварительно поговорить по этому поводу. Так, о вечеринке знаю давно, сам разрешил. За приглашение спасибо. Но веселитесь без стариков. Матвей Игорь. А садись-ка лучше завтракать. Я так и знал. А, Паромов, заходите сюда. Спасибо, Матвей Георгиевич, некогда, в город спешу. Сереж, подожди меня, вместе поедем. Мама, мама, у меня мальчишки одели значок, а меня ждали. Сережа пришел и их побил. Смотри, красненькие, беленькие. Здравствуй, Сережа. Какими судьбами ты здесь? Наташа. Сережа, я честное слово не знаю, от кого эти цветы. Поехали, Сережа! До вечера, Наташенька. До вечера. Руку паровоз загудел, благо
за скорую встречу второй. Товарищ, товарищ, дай же наконец сказать тост, говори. А ты бы лучше на зачет отговорился. Товарищ, это не порядок, это ж не порядок. У нас была программа, надо было сказать речь. Ну что это? Ёмушкин, замолчи, пожалуйста. Испортил песню, дурак. Наташа, мне все же немного грустно. Сегодня я люблю даже Черемушкина. И просто не понимаю, как буду жить среди других новых людей. Сереж, Сереж, иди я тебя поцелую. С удовольствием! Ну, прощай, прощай, старина. Тихо, что ты? Конечно, грустно, но все-таки я счастлив, как никогда еще в жизни. Ты меня любишь? Поцелуй, как доказательство. Ты с ума сошел. Сошел. А Нина придет? Сейчас она Борису спать укладывает, а потом придет. И за славное море Байкал, за Москву, за огни Ленинграда, и за славное море Байкал. А что у нас? Витя! Плохо получается? Витька! Непрошенного гостя принимаете? Ну, конечно! Ой, товарища Белову побрат! Финал, финал. Вас, вот, вот это сюрприз! Если Власыч делает дело, то ставит его на широкое руку. Товарищи, слово предоставляется секретарю обкома комсомола Евгению Николаевичу, товарищу Огнерубову. Батюшки, как торжественно. Секретарю Евгению Николаевичу, товарищу Огнерубову. Ага. Сразу чувствуется редактор. А у него вся газета такая напыщенная. Ну что ж, так сразу и начинать. Скажу, обязательно скажу. Пожалуй, мне никогда не приходилось говорить на таком чудесном пленуме. Вот такая у меня сегодня с вами встреча, когда я должен начать с пожелания счастливого пути. Спасибо. До нового свидания, дорогие друзья. Вы разъедетесь по необъятным просторам нашей страны строить жизнь. Одни во Владивосток, другие в Минск, третьи в заоблачный Памир, четвертые в знойные среднеазиатские пески. И Родина раскроет вам объятия. Всюду, дорогие друзья, вас ждет любовь, дружба, счастье. Оно очень большое, оно безгранично у нас. Надо его видеть, надо идти ему навстречу. Но где бы вы ни были, как бы ни замечательно было ваше будущее, как бы ярка ни была ваша жизнь, никогда не забудутся дни студенчества. Они неповторимы. Такой любви, такой дружбы,
такого счастья, какие испытали вы здесь, в институте, вы уже не узнаете. Разве забывается настоящая студенческая дружба? Разве забывается настоящая студенческая любовь? Это хорошо. Это замечательно. Вот вы выходите из этих стен, наполненные лучшими порывами. И всюду, где есть прекрасная наша звезда, где есть священный цвет нашего флага, всюду, где только бьется сердце советского человека, огромное сердце человека страны социализма. Пойдем, Наташа, это будет очень долго. Всюду эти чувства молодости глубоко трогают, глубоко уважаются. Мне очень нужно с тобой поговорить, Наташенька. Подожди немного, неудобно. Сохраняйте их в себе как можно дольше. Живите яркой, полной жизнью. Живите прекрасной, большой мечтой. Вот за эту вашу будущую жизнь я и поднимаю свой бокал. Что это у тебя за срочное дело? Не люблю я его. Ну что ж, так и будем ходить. Ну, постоим. Я не понимаю, чего ты надулся? Вовсе не надулся. С чего ты взяла? Я же вижу. Что ты видишь? Ну, ладно. Я не понимаю, там весело, приятно. Пожалуйста, иди, если хочешь. Ну, я и пойду. Сережа, пойдем вместе. Иди, Наташа, я здесь немного побуду. Ну, как хочешь. Ты чем-то себе испортил настроение, другим хочешь испортить. Это второй корпус медицинского? Второй. Скажите, бал здесь? Бал? Здесь. Влада что? Пу. Слушайте, а вы кого ждете? А вам какое дело? Не вас? Пу, какая пука! Все-таки я вас приглашаю на первый вальс. Познакомьтесь.
вы? Я. Здравствуйте. О, получай. Выпьем за дружбу, Витя. И за любовь. И за любовь. Удовольствие. Пить или не пить? Вот в чем вопрос. Пить? Да, ну а где же взять? Это правый! Лекари! Ветеринары, ко мне! Это люди, любимую студенческую! Полночь странствует над Союзом, сонный ветер шуршит в лесах, по созвездию над каждым пузом. Ночь развесила в небеса. Веселей, друзья, беги. Первым делом не унывай. По студенческим сердине даже смерть я рукой подам. Нам останется вечно дом этот круг молодых ребят. Застанет сон. Чуть покажется в 60. Веселее, друзья, беги. Первым делом не унывай. От студенческих общежитий даме смерть я рукой подам. Так поднимем, друзья, я считаю, что этот прощальный вечер надо было устраивать не так. Нужно было всей этой компанией поехать в лес, на озеро, в горы. И вообще я люблю ночь. Ох, какая ночью земля. Красавица. А небо? Какое бледное, плоское оно днем и какое ночь. При коммунизме мы будем устраивать свои ночлеги так, чтобы, проснувшись, всегда видели этот величественный небесный простор. Эту таинственную глубину Вселенной. А если дождь? Мы мало мечтаем о будущем, потому не видим всего великолепия прекрасного завтра. А тогда мы всю жизнь превратим в праздник. Дни мы будем проводить в бассейнах, на пляжах, развлекаться, состязаться. Стало быть, одни будут строить заводы, лить сталь, добывать уголь, а другие наслаждаться звездами. Ого! Придираешься к Марксу. Ты забыл основной лозунг коммунизма. От каждого по его способностям, каждому по потребностям. Давайте оставим на сегодня Маркса в покое. На что намекаешь? На что? А одолжите горючего. Во. Вынужденная посадка. Пожалели? Да, у нас тут некоторые вообще хотели сухой закон завести. Мы думали, неудобно вроде. Что неудобно? Ах, лицемеры. А, пожалуйста. Нет, вы не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Коля, а?
Оля. От бутылки вина не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Вы что думаете? Социализм это монастырь? Звездами нельзя наслаждаться, сеять хлеб некому будет. Пить нельзя, это грешно, ибо пили и при капитализме. Любить нельзя, ибо любовь приносит детей. Откуда это у вас? Кто вас заразил подобной философией лицемеров? Разве это точка зрения большевика? Всем, что создано для человека, мы должны пользоваться. Социализм дает нам эту возможность, в этом-то его и величие. Увидел вино, пей вино. Увидел девушку, преследуй ее. А знаешь, что говорил Маркс? Если ты любишь девушку, если она счастье твоей жизни, неустанно преследуй ее своей любовью. Если вы этого не понимаете, вы плохо понимаете любовь, товарищ Паром. Любовь я понимаю, пошлость я не понимаю. Читайте ветеринарные учебники. Паром, ты ведешь себя глупо и смешно. Завтра же над тобой будет издеваться весь институт. Наташа, и ты так думаешь? Да, я так думаю. Что за ерунда? Наташа, помоги. Всем прекрасно понятно, почему ты так разговаривал. Мне просто стыдно и за себя, и за тебя. Кто дал тебе право так себя вести? Да, кто тебе дал право так меня вести? Право? Да ты понимаешь, что он говорил? Это не только красивые слова и поза мечтателя. Это гораздо хуже. Ты глупо ревнуешь и больше ничего. Правильно. Ну хорошо, хорошо, ревную. Но если бы и не ревновал, все равно так бы говорил. Я его знаю давно. Мы уже с ним не расхватывались. Да. Ну а ревную действительно. Ну почему ты об этом не хочешь подумать? А что же я должна все время сидеть около тебя? Да. Да неужели ты не видишь, во что превратился наш праздник? Что это противно? Да, противно. Противна твоя ревность. Ну, пожалуйста, делай, что хочешь. Наташа. Наташа. Уйди от меня. Уйди от меня. Васенька, выпейте, миленький, выпейте, пей, да напей, да напей, пей, 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 да напей, пей, пей, да напей. Молодец, гусар, а? Куда? Виноват? Закусишь завтра, на. Сейчас, а? Едем. Одну минуточку, я только найду свою девушку. Едем, едем!
Серега, дай сюда. В чем дело? Надо немедленно прекратить это безобразие. Чего ты боишься? Дружок не могу. Дни мы будем проводить на пляж. Бассейн. Лицемеры, любиловачи, любые. Я обожаю ездить на машине. Ну, а я тоже. Вы тоже едете? Представьте, я тоже еду. Пожалуйста, могу подвезти. Вам кажется, здесь, через парк, мы направо. Наташа, тебе тоже направо? Наташа, тебе тоже направо? Да, мне тоже направо. Мы тоже сойдем. Дурака валять. Ну чего ты прилип к одной юбке? Что, мало хороших девушек на свете? Хочешь, я тебе свою уступлю? Почему ты не дал ему сдачи? Дай ему сдачи! Ну дай ему сдачи! Ничего, ничего. Свои люди. Сочтемся. Чертова дюжина. 46, 66, 69. Бог знает, что такое. Барабанные палочки. Девчонка шляется по ночам, и нельзя сказать даже слов. Ну, Клаша, ты зря волнуешься. Что же, и погулять нельзя, девушка? О, очень во многом виноват ты, Матюша. 21. Наташа, наверное, вернется очень поздно. Она тебе это сказала? Нет. Ну, а ты ей сказала что-нибудь? А что я должна была сказать? Прости меня, Нина. Но я не забыла, никогда не забуду того, что случилось с тобой. Ну, что случилось? Был прохвост и нет его. Я не знаю, Матвей, как ты. Может быть, я плохая мать. Но я не могу оставаться спокойной. Растет ребенок. Он растет без отца. Когда я слышу на улице, папа, папа, у меня сердце обливается кровью. И у меня обливается. Я уже сказала, у Бориса нет отца. И кончено в этом разговоре. Хорошо. Если это для тебя так невыносимо, я завтра же могу уехать отсюда. Ну, Нина, кто же говорит об этом? Мать говорит об этом все время. Всем своим видом, всеми своими поступками, взглядами. А я скажу другое. Я давно уже тебе совсем чужой человек. Почему, когда тебе было тяжело, ты не пришла и не поговорила со мной откровенно? За все 6 лет ты не назвала даже имени отца твоего ребенка. Я сказала, у Бориса нет отца. Эх, Нинка, Нинка. А мать все-таки права. Мы вам совсем чужие.
Мы с тобою в лес пойдем, под осиновик найдем, на припеке посидим, землянички поедим. Ну как? Положение безнадежное. Испортилось. Что же делать? Мне нужно домой. Прямо не знаю, как быть. Придется ждать до утра. Как все глупо получилось. Вы, наверное, плохо обо мне думаете. Ну что вы, Наташа. Я ведь все прекрасно понимаю. И ваш Сергей Паромов, в сущности, очень хороший парень. Вспыльчивый, заскоками, но хороший. Я обязательно должна быть дома. Дома волнуются. Наташа, простите, я виноват перед вами. Я пойду пешком. Вы с ума сошли? Я даже не могу вас проводить. Это не важно. Я не боюсь. Наташа, я не отпущу вас. Нет, нет, я прекрасно дойду сама. Я все-таки еще раз попытаюсь исправить. Я в том месте искал поломку. Прошу. Ой, а я, признаться, очень боялась. Наташа, вот вы сейчас уйдете. Будете дома. Посидим минуточку молча. Ну, посидим. Хорошо? Хорошо. Много лет подряд день мой начинается и кончается тем, что я должен заботиться, чтобы тысячи людей хорошо работали, хорошо учились, хорошо любили. Я забывал спросить себя, хочу ли я отдохнуть, хочу ли я любить. А когда я это почувствовал, мне стало страшно жить одному. Наташа, вы когда-нибудь просыпались ночью в пустой комнате одна?
Евгений Николаевич, не присылайте мне больше цветов. Поехали? Поехали. Милая мама, фу, какая чепуха получилась. Нет, не сплю. Ты почему не пришла? Игорь совсем раскис. А знаешь, я, пожалуй, из-за него и не пришла. Ну и зря. Я сама думаю. Может быть, действительно зря? А вот я дрянь. Ты знаешь, Нинка, так все нескладно получилось. Я начисто поругалась с Сергеем. Вот те раз. Помиритесь. Я, конечно, виновата. Я держала себя очень плохо. Он тоже. Ну, мне, конечно, не надо было ездить в горы. Я думала, что делаю все назло. Так нехорошо все вышло. Но он все понял. Вот как Сергей никогда не понимает. Кто он? Вот это он. Ничего не понимаю. Я сама ничего не понимаю. Я ужасная дрянь, Нинка. Ты, безусловно, дрянь. Но кто он? Ты его не знаешь. Это Огнерубов Евгений Николаевич. Ты понимаешь? Иди спать, Наташа. Уже очень поздно. Ты понимаешь? Иди спать, Наташа. И выкинь эту дурь из головы. Постараюсь. Я знал, что ты придешь. И я знаю все, что ты скажешь. Тем лучше. Мы с тобой не виделись 6 лет. Я должен тебе сказать то,
что я передумал за все это время. Я понял, что я поступил с тобой и с нашим сыном отвратительно. Я пришла не для того, чтобы выяснять наши отношения. Я пришла сказать тебе, чтобы ты оставил Наташу в покое. Все еще ненавидишь. Я тебя ненавижу и буду ненавидеть всю жизнь. Лина, Наташа моя последняя надежда и моя первая настоящая любовь. Я одинок. Я буду любить ее до конца своих дней. Я слыхала об этом неоднократно. За эти 6 лет ты даже нового слова не выучил. Ах, вот как? Ну что ж, поговорим совершенно откровенно. Что ты от меня хочешь? Я уже сказала, оставь Наташу в покое. Почему? Неужели я потерял право любить? Я полюбил женщину. К сожалению, она оказалась твоей сестрой. Что же делать? Оставь Наташу. Я говорю об этом очень серьезно. Жаловаться пойдешь. Пожалуйста. К кому? К прокурору? Не за что. Ах, в обком партии. Там тебя на смех подымут. По-твоему, очевидно, надо издать закон, уничтожающий свободу любви. Я тебе сказала все. Раньше мне было безразлично, скажешь ты или не скажешь, кто отец твоего ребенка. Теперь ты должна молчать, иначе... Что иначе? Я смету тебя с своей дороги. О, я ошиблась? Да ты, оказывается, вырос. И ты страшнее, чем я думала. Братцы, ну ничего не помню. Ничего не помню. А ты думаешь, я помню? Он помнит. Черт-ти, что получилось? Никто не помнит. Просто свинство получилось. Хорошенькую память о себе оставили. Товарищ Парамов, иди-ка к директору. Меня не просят? Вас не просят. Вам водички? Когда ты приходил просить помещение, я с радостью это сделал. Мы говорили с тобой о прощальном вечере, о расставании, о дружбе. А получилось, Бал говорит, здесь? Безобразие. Это безобразие, товарищ Паромов. На весь город опозорили. И себя, и институт. Сколько народу, сколько врачей выходило. Никогда этого не было. Всегда уважали эти стены. Матвей Георгиевич, я сам не понимаю, что произошло. Сначала было все хорошо. А потом? Череп еще проломили. Кому? Вот сюда я его схоронил. Я к ресторану, Матвей Григорьевич, не привык. Извините. Бал, говорит, здесь. Врач. Ты понимаешь, что это значит врач? Понимаю. Матвей Георгиевич, мы поговорим об этом на комсомольском коллективе. А я поставлю вопрос об этом в обкоме. Можешь идти.
что ну? Я только мог стоять и молчать. Действительно безобразие. Врачи. Да что врачи, врачи? Как будто врачи не пьют. Что здесь, монастырь? Монастырь не монастырь, а все-таки институт. Ну что особенного? Университет кончать раз в жизни. Ну подумаешь, выпили. Подумаешь, пить нельзя, потому что пили при капитализме. Откуда у комсомольцев сие? Хамство и больше ничего. Вот продернуть нас на комсомольском собрании, да и выкинуть к чертовой матери из комсомола. Вот загнули. Выкинуть из комсомола. За что? Человеку доступно все земное, и он должен им пользоваться. Верно. Монахи, кто это вас заразил этой, как его, философией лицемеров? Правильно. Вот я бы на твоем месте так и сказала директору. А ну, постой, постой. Это даже очень интересный разговор. А ну, скажи еще. А ты что, рот заткнешь? Отстал, брат. Сейчас другое время. Эх ты! Другое время. Уши вянут слушать. Вот уж действительно, откуда у комсомольцев это? Верно. Вчера прислал по почте два загадочных письма. В каждой строчке только точки, догадайся, мол, сама. И кто его знает, на что намекает, на что намекает, на что намекает. Хорошие вы были, девки. Выпили на копейку, а разговоров было на 25 рублей. Эх вы, чижики. Почему ты от меня бегаешь? Наташа, все это ерунда. Я даже понимаю, ты могла так поступить. Ну, настроение такое, ну, разозлилась. Но важно не это. Ведь я же знаю, какая ты на самом деле. И я знаю одно. Что я тебя очень, по-настоящему тебя люблю. Сергей, не надо говорить сейчас со мной. Хорошо. Я совсем запуталась. Ну, где это у Маркса написано про любимую девушку? О, он знает Маркса вдоль и поперек. Ну? И, наверное, написано. А здорово он про лицемеров сказал, а? Здорово. А? Ну да. Да-да. Нет, что и говорить. Яркая личность. От девушки от него без ума. Как думаешь? Здорово. Только ужасно голова трещит. И тоска какая-то. Вставай. Вставай, идем. Куда? А ты не знаешь куда? Не знаю. Да я в одно мгновение помирю вас. Ты опять о ней? Опять о ней. Я тебя просил больше мне о ней не говорить. Сам толкнул девушку в объятия Огнерубова. Ты... О, позу встал. Молчи, не говори о ней. Если бы я был наркомом по этим самым делам морали, так я бы тебе 3 года запретил любить. А ты умеешь любить? Да если бы меня любила Нина так, как тебя Наташа, я бы отбил целую армию Огнеробовых. Я бы на год раньше срока институт кончил, а ты... Да не любит меня Наташа. Дурак ты, тряпка. Статью написал. Ни одного слова, кроме личного. Нечего сказать. Принципиальная статья. Значит, моя личная ненависть, личное презрение не принципиальный, не убедительный. Не принципиальный. Нет, ты подожди. Значит, я не имею права ненавидеть? Я ненавижу Огнерубова. Он спекулирует Марксом. Он сознательно разлагает молодежь. Может быть, несознательно, но все равно факт остается фактом. А где факт? Что он говорил на речи? Он проповедовал, чтобы мы жили на изделении у социализма. Он ворует счастье у нас. Мое счастье. А ты считаешь, что я не имею права ненавидеть? Ерунду ты говоришь. Вот. Вот об этом. Именно об этом и напиши. Не
Да. Евгений Николаевич занят. Позвоните попозже. Да. Занят. Петенька, не могу, очень занят. Да. Что это такое? Ну что это? Власыч, погуляй пока. Ты сколько лет в комсомоле, Черемушкин? 10. 10 лет. А я думал, ты новичок. Цыпленок желторотый. 10 лет в комсомоле, а разбираться в политике не умеешь. Ну какой же ты редактор, если веришь каждому грязному листку. Я морально разлагаю молодежь. Я. Ну, пожалуйста, товарищ редактор, печатайте. Евгений Николаевич, да разве я верю? Я ж посоветоваться пришел. О таких вещах не советуются. Евгений Николаевич, ну вы же знаете, что я всегда жадно прислушиваюсь к вашим словам. По-твоему, какие были мотивы автора этой подлой грязной клеветы? Взбесился от ревности. Взбесился. Но не только от ревности. Ты слыхал? На празднике в споре со мной он сказал, при коммунизме у одной категории людей будут способности и потребности копаться в навозе, а у другой наслаждаться благами совершенной жизни. Что это такое? Что это такое? Это самое откровенное неверие в дело коммунизма. Понимаешь? Понимаешь? Понимаю. А вот, между прочим, и на тебя есть заявление, что ты якобы морально неустойчивый элемент. Пьянствуешь, развратничаешь. Какая наглая ложь, Евгений Николаевич! Далеко не ложь, Черемушкин, далеко не ложь. Но я не смешиваю быт и политику. Можно любить выпить, повеселиться с девушками и в то же время быть прекрасным комсомольским работником, политическим деятелем. И ты должен это доказать, оправдать свой политический облик. Понял? Понял. Ну, будь здоров. Оставь статью. Я поставлю вопрос на бюро. Ого, Витя! Большим человеком делаешься. Полтора часа у секретаря сидишь. Жестокая ты, Женька. Целых 3 часа не видались. Ну, кому это нужно так мучить тебя работой, а? Ой, тоска. Власыч, бери машину, поезжай к Наташе. Зачем? Немедленно привези ее ко мне. Не сюда, домой. Есть. Скажи, что по срочному делу, касающемуся лично ее. Быстро. Есть. Да. Я сегодня никого не принимаю. Женечка, там... Я сказал, что никого не принимаю. Алло, алло. Это комитет компартии? Дайте 19. Товарищ Покатилов? Здравствуйте, это говорит, товарищ Емушкин. Я очень тяжело заболел, товарищ Покатилов. Попал под автомобиль. Рука. Ой, это ужасно.
Как вы из газеты? Что? Не могу же я редактировать дома в постели. Я лучше сдам редакторство. Да. Кому? Кому? Игорю Саратовскому. Хорошо. Что случилось? Случилась нехорошая, грязная история. Какая история, Евгений Николаевич? Какая история? Человек, который любит вас, и которого любите вы, да, 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 которого любите вы, пытается политически и морально меня скомпрометировать. Для этого он собрал сплетни, подтасовал мои слова, исказил мои высказывания, оболгал мое поведение. Об этом не стоило бы говорить. В этой статье он выдает себя с головой. Тут есть очень подозрительные вещи, Наташа. Но я не скажу ни одного слова. Что бы он ни говорил, что бы он ни писал, как бы ни обливал меня грязью, я не отвечу. Потому что мой ответ означал бы безвозвратную гибель этого человека. Я люблю вас. И ваше счастье мне дороже всего. Возьмите эту статью и скажите, что его противник не поднимет оружие. Он этого не сделает. Это я во всем виновата. Ведь я очень любила этого человека. Я завидую этому человеку. Идите, Наташа. Порви эту статью. Нет. Я сгорела от стыда за тебя. Ты оклеветал человека, который даже не ответит тебе. Порви эту статью. Нет. Ты все перевернул. Ты сам понимаешь, почему ты это сделал. Ты знаешь, что это ложь. Нет, это не ложь. Тогда будь последователен. Напиши и про меня. Ты здесь ни при чем. Врешь. Ты ревнуешь. Я ревную. Но сейчас разговор не об этом. Об этом, только об этом. Ты должен уничтожить эту ужасную статью. Наташа, пойми, я не могу этого сделать. Это против моей совести. Вот ты и сейчас врешь. И мне, и себе. Ты потерял свое комсомольское достоинство. Я не подам тебе руки, если ты ее напечатаешь. Я ее напечатаю. Хорошо. Наташа. Я не знаю, как ты ко мне относишься. Я не понимаю, каким образом попала к тебе эта статья. Но я тебе советую. Берегись этого человека. Ты что ж мне советуешь, как Сережа Паромов?
Или как комсорг? Как комсорг. Бомба! Разрывная граната. 1000 кг. Я скажу честно, было это на празднике? Было? Ну, было. Что, ну, было? Как бы эта бомба не угодила по Сергею. Что по Сергею? Еще кое-кого перехватили. Да. Обижаться не приходится. Уходим из института с шумом. Игорь, дай газету. Огнерубов будет? Будет, не будет, собрание не отменяется. Ну, редактор, заварили кашу. А вот и хорошо, что заварили. О моральном облике комсомольца и, в частности, о секретаре обкома комсомола Огнерубове. Маркса знает вдоль и поперек. А? Да. А, да, яркая личность. Да. Что он дал? Что он дал? У меня до этой вечерухи до сих пор голова трещит. А у меня что, по-твоему, не трещит? А у меня что, по-твоему, не тошнит? Сознался, гусак. Сыпят твоему хваленому Сергею Парому по первое число. Ну, тогда мы посмотрим, кто гусар. Да. Нина Матвеевна, что с вами? Так, ничего. Простите. Я любила очи, головы, теперь люблю, да. Головка болит? Разваливается. Черные. И животик болит? И живот. Так, вовремя ты хвораешь, Витя. Давай! Не могу я! Не можешь? Ух ты, паразит! С корабля бежит! Ну! Одевайся! Не, ты кого предаешь, дурак? Одевайся! Ты что, ты думаешь, Огнерубов тонет, да? Он уж там, брат, кое-какие кнопочки нажал. Ну, давай, давай, скорее, скорее, скорее. Ступай на собрание, скажи, что думаешь. А думаешь ты, что Паромов мерзавец, использовавший газету в своих личных целях? Тебе, конечно, как редактору, давно были заметны все эти штучки. Бери слово сейчас же после меня, легче будет говорить. Увидишь, как я умею защищать друзей. Ну? Ну ты что, обиделся? Ну да. Ну ударь, ударь. Ну, пошли. Что же скажешь? Ну? Что ж, разговаривать не желаешь? Говорить противно, Иван Данилович. Мерзкая, грязная история. Иван Данилович, я с тобой как мужчина с мужчиной. Ты лучше со мной как коммунист с коммунистом говори. Пожалуйста. 6. Институтское собрание комсомольцев. Поезжай. Они тебе, как коммунисту, расскажут, что это за история. А ты на собрании не будешь? А зачем? Я уверен, что там найдутся люди, которые сумеют и без меня разоблачить истинную сущность блюстителей нравственности. Ты Сергея Паромова хорошо знаешь? Ну, как же. Член обкома. Хорошо. Подождем собрание. Карандаш-то все-таки оставь.
Вот что, если комсорг мединститута Сергей Паромов уже получил направление в обздравоотделе, путевку задержите. А его личное дело направьте ко мне. Хорошо. Если верить статье, Огнерубов не секретарь обкома комсомола. Уважаемый человек в обкоме партии в Москве, а просто какой-то проходимец. Моральный диверсант. Высокие слова о моральном облике комсомольца написаны грязными руками. Тут я о Воронове разговор, ты по существу. А я по существу и говорю. Тут именно о Паромове разговор. Я и Витя Черемушкин, мы были свидетелями того, как зародилась у Паромова ненависть к Огнерубову. Ревность, товарищи, ревность! Вот в чем причина ненависти. Ерунда! Ерунда? Нет, не ерунда. Большевику доступно все земное. Вот что сказал Огнерубов. Все, что существует на свете, всем этим человек социализма должен пользоваться. А Паромов вывернул это, и получилось. Живите так, как вам хочется. Вот сидит Наташа Бабанова. Она присутствовала при этом разговоре. Она была возмущена поведением Паромова. Она прогнала его от себя. Если я вру, Наташа, поправь меня. Ведь это же факт. А где у тебя факты, Сергей Паромов? Ну скажи, если у тебя осталось гражданское мужество. Я не говорю уже о комсомольском. Так вот, я тебя спрашиваю, Сергей Паромов. Ты, споря с Огнерубовым, защищал коммунистическую мораль? Или, ты прости меня, Наташа, свое право на собственность Наташи Бабановой? И Наташу в эту историю не впутывай. А ты сам ее впутал. Не передергивай. Не в этом сейчас дело. Ты это прекрасно понимаешь. Правильно, не в этом дело. А дело в твоей собственной моральной сущности. И в твоем политическом облике. Мне так трудно, товарищи, оклеветать, оболгать ни в чем не повинного человека. Нужно это еще доказать. Фактами доказать. А факты как раз против Сергея Паромова. Я предлагаю исключить из комсомола клеветника, использовавшего газету в своих личных, корыстных целях. Все. Вот тебе и гусар. Не выйди. Что было на празднике? Я плохо помню. Вот в чем загвоздка. Скажем прямо, ну ничего не помню. Значит, здорово было. Тише, тише, тише. Зато хорошо помню, что говорил здесь Власыч. Это демагогия, и нас на это не возьмешь. Мы все хорошо знаем и любим Сергея Паромова. Наташа, ну почему ты молчишь? Ну я понимаю, что тебе трудно говорить, но ты должна встать. И все честно и прямо рассказать. Все как было. Сердце у меня болит, товарищ. Можно я скажу за сестру? Я буду говорить о себе. Я тебе сказал, чтобы выступать сразу после меня. Трус! Я, кажется, совершила преступление. Нет, точнее, совершила. И сейчас я это поняла.
Я любила человека. Я ему верила. Я ему верила во всем. Он говорил, что он меня любит. Он умел красиво говорить. Очень скоро я узнала, что это ложь. Я сейчас даже не понимаю, как я могла жить в этой лжи грязи. Я ему прощала все. Потому что мне казалось, что я не могу жить без него. Вася, иди, пожалуйста, в собрание. Я немножко отдохну. Потом... Потом у меня должен был родиться ребенок. Я была счастлива. Он потребовал, чтобы его не было. Он не говорил красивых слов. Он просто настаивал и грозил. Я ушла. Я вычеркнула этого человека из своей жизни. Я даже не назвала его имени ни отцу, ни матери, ни сестре. Мне было оскорбительно и стыдно, что он отец моего ребенка. Мне казалось, что это моя ненависть, личная моя. Но я забыла, что этот человек живет не один, что к нему приходят люди, девушки, и он так же комкает и ломает их жизнь. 6 лет я покрывала этого человека. Ты просил фактов. Этот человек Огнерубов. Каюсь, товарищи, каюсь. Я всячески преклонялся перед Огнерубом. Преклонялся и боялся. Когда Паромов написал статью, я понес ее Огнерубову. Да, 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 он Огнерубов. Сначала угрожал, потом умаслил, чтобы я не напечатал этой статьи. Потом он предложил мне прямо организовать травлю Паромова. Я так испугался, товарищи, что заболел. По-настоящему заболел. Да вы не смеете! Тут настоящая трагедия. Я горжусь, что натравил свою трусливую душу. Я еще никогда не говорил так. Товарищи, мне 24 года, а жить мне еще 76 лет. Так вот, чтобы прожить эти 76 лет по-настоящему, по-человечески, я рассказал все. Тебе необходимо выступить. Говори, Сережа.
Будьте спокойны. Дело Огнерубова и его друзей ясно. Теперь этот вопрос решит пленум обкома. Казалось бы, не о чем больше говорить. Много здесь было сказано горьких и справедливых слов. Но решен ли вопрос до конца? Нет ли среди нас людей, хоть чуточку похожих на Огнерубова? Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, такие люди есть среди нас, и об этом надо говорить. Мы недостаточно ответственно относимся друг к другу. Я хочу очень многого требовать от близкого человека, и чтобы так же много требовали от меня. Не может быть снисхождения человеку, который разрушает семью, по-хамски относится к женщине, предает друзей. Мы должны защищать нашу дружбу и любовь с такой же силой и страстью, как мы защищаем родную землю от врагов. И где бы я ни был, всюду и всегда я должен знать, что мои друзья останутся верными друзьями, что моя любимая девушка, я скажу не боясь, моя невеста будет верна своему слову. И я хочу, чтобы это слово верности и дружбы было поднято нами очень высоко и оберегалось бы не только лично мной, но и всеми вами, моими товарищами, знакомыми, земляками, просто гражданами моего государства. И оберегалось бы так свято, как закон нашей жизни. Поищу я себе жизнь новую, коли старой хранить не умею. Женька. Женька, почему ты молчишь? Женька. Женщина. Женечка, друг я тебе или не друг? Сяду я на корабль трехмачтовый, покину родимый предел. Поищу я себе жизни новой, коли старой хранить не умею. Поищу. Довольно! Женька! Что постановило бюро? Исключили, дурак. Я был на своих похоронах. Женька, Женька, не надо красивых слов. Нужно нажать все кнопки. А Москва, а связи? Не поможет. Не поможет. Не смогу оправдаться. Ничего не поможет. Так. Беспартийный. Там, где бьется мужика, мазонг. Женечка, ты не видал мои тапочки, а? Прости меня, Женюлечка, но ты же сидишь на моем джемперчике. Папиросу. Лакеев нет. Сам возьмешь. Ого. Что? Ого. Влип я с тобой в грязную историю. Куда пойдешь? Нового хозяина искать. Обо мне, Евгений Николаевич, можете не беспокоиться. Я кое-что умею делать. Руками, ногами туда-сюда сделаю.
Хватит на кусок хлеба с сосисками. А вот ты, Женечка, ты ничего не умеешь делать. Ты труп. Что? Труп? Ну-ну-ну-ну-ну! Адью. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к секретарю. Как бы нам повидать секретаря обкома? Сейчас доложу. По какому делу? А да. Дело срочное, неотложное. Уезжаем попрощаться. Да-да, мы вот здесь попрощаться. Действительно, дело срочное, неотложное. Ну, проходите. Ага. Приготовились? Да. Вещички, вещички, вещички. Ставчик, а вы не студенты из медицинского института? Маленькая поправочка. Бывшие студенты. Секретарь, вещички покажи. Проходи. Лекарь! Костоправый! Собашники! Здравствуйте! 3-4! Здравствуйте, товарищ секретарь! Садитесь! Ну? Чем пришли? Рассказывайте. И на кого ж ты нас покидаешь? И что ж мы без тебя делать будем? Коля, Коля. Большой такой. Эх, черти. Выезжаете? Выезжаем. Ты куда, Коля? В Харьков, в гинекологическую больницу. А ты? Я? Меня черти куда занесла, аж в Среднюю Азию. А мы в Козельск. Мы в Козельск. Бывший заштатный город. Бывшей Орловской губернии. А я в аспирантуре, здесь. Ну, как рука, Витя? А я должен был ехать в город Крамы. Вот сколько сразу родных городов появилось. Ну, о чем говорить будем? Споем-ка лучше нашу любимую студенческую. Верно. Только тихо, как в Максиме. Полночь странствует над союзом, сонный ветер шуршит в лесах, а за дверью над каждым бурем ночь развесила в небесах. Мы внимательно изучаем каждый шорох земных других. Наше мужество мы считаем самой главной из дисциплин. Веселей, друзья, глядите, первым делом не унывать, от студенческих общежитий до бессмертия рукой подать. Нам останется вечно дорог. Ром, себя? Это слух молодых средят. Старость нас не застанет сорок, чуть покажется в 60. Да в последние минуты песню вместе с нами, товарищ Кой, умирая, как буревестник, между тучею и волной. Веселей, друзья, бегите, первым делом не унывать, от студенческих общежитий до бессмертия рукой подать. Ну, прощай, Сережа. Прощай. Не забывай. Сережа, прощай. Прощай. Люблю я тебя, братец, до чертовой матери. Пиши, Коля. Ну. Все. Ну, товарищи. Прощай, Сережа. Пиши. Счастливо. Счастливо, Сергей. Братцы, козельчане, вы же на поезд опаздываете. Опаздывайте, пошли, давай, Ты билет. Одну минуту. Секретарь сейчас занят. Пожалуйста, сюда. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Замечательно. Оттуда.
Ребята нарочно нас с тобой вдвоем оставили. Но я все равно не могла уехать, не попрощавшись с тобой. Уезжаешь? Город Крамы. Улица Энгельса. Районная больница. Видишь, наш адрес хорошо помню. Наташа! Я очень перед тобой виновата. Я очень много поняла за это время. Мне очень стыдно за мной. Дай мне платок, пожалуйста. Сережа, мы на поезд опоздаем. Ребята ждут. Сейчас. А может, не поедешь? Ты что ж советуешь мне, как Сережа Паромов или как секретарь обкома? Как Сережа Паромов. Ну да. Ты тогда первый же выгонишь меня из комсомола. Выгоню. Обязательно выгоню. Можете не торопиться. На поезд мы уже опоздали.